Здравствуйте! Сегодня я для вас проведу мастер-класс по изготовлению медового сбитня с травами. Сбитень – это незаслуженно забытый напиток, который пили еще наши предки для профилактики и лечения болезней, а также просто для наслаждения. Он согревал людей холодными вечерами, а также утолял жажду в жаркие дни. И сейчас мы с вами приготовим медовый сбитень с травами. Для этого нам понадобится 1,5 литра воды. Воду мы уже залили, она у нас почти кипит. 5-7 ложек меда. 10 штучек шиповника сушеного. 2 столовых ложки иван-чая. 7 листочков малины. 5 листочков смородины и 5 веточек мяты. Вода у нас уже закипела, и сейчас мы все спускаем по очереди. Иван-чая. В первую очередь лучше добавить иван-чай, дадим, чтобы он хорошо настоялся. Дальше спускаем шиповник, мяту, смородину и малину. В конце обязательно добавим мед и тщательно перемешаем. Даем покипеть 5 минут и разливаем, пробуем. Наш медовый сбитень с травами готов, и сейчас мы будем пробовать. Очень вкусно.